стартовал третий забег. Вячеслав Соколов, Москва, Челябинская область, 44 номер. 3:38.87 17 июля в Москве. Он второй в российском рейтинге. Ну и, естественно, один из главных фаворитов на завоевание медалей чемпионата. Ну, пока Соколов вперед не лезет, он лезет третьим. Самое медленное начало. 45.92. Отметка 400 метров. 1:01.2. Ну, это самый медленный забег. Так что будем внимательно смотреть за тактическим рисунком. Уже почти 3 секунды проигрывают они самому быстрому графику у нас. Ну и как следствие этого, очень плотная группа. Азамат Кузбулатов, Башкортостан. За два круга до финиша выходит вперед. Андрей Тимошин, Ярославец бежит вторым. Ну и главный фаворит Вячеслав Соколов по-прежнему на третьей позиции. 2:03.800 метров. Судя по всему, и 1000 будет самое медленное в этом забеге. И, наверное, последние 300 мы можем увидеть спринт. Но посмотрим, как поведет себя Соколов, ну и как остальные отреагируют. 2:33.9. Это 1000 метров. Соколов начинает перемещаться. Сейчас он уходит на вторую позицию. Но Кузбулатов по-прежнему лидирует. Головин встает сейчас из Татарстана, бегут на третью позицию. Я напомню, только первые двое напрямую проходят в финал. А тут за два места-то еще 7 спортсменов ведут борьбу. Семь человек и только две путевки. И самый медленный забег пока вот по всем контрольным отсечкам. Вот включаются фавориты, это естественно. Вот уже сейчас надо бежать. Ну что Соколов и делает. Ну и Павел Хворостухин. А удерживает он вторую позицию? Удерживает. 3:45.55 у Соколова, но для него это совершенно не важно сейчас в забеге. 3:45.53, вот посмотрите, за счет мощного фига.